Ленинград, апрель 1986 года. По городу расходятся зловещие слухи. Главный режиссер «Тюза» Зиновий Карагоцкий под следствием. В театре обыск. Самого режиссера держат под подпиской о невыезде. Грядет суд. Ему и театр-то, мне кажется, нравился, как некая игра в жизнь, в миссию. Вот Зема всегда отличался своим неистовством, неравнодушием. Он художник. Он большой ребенок. Он очень ранимый человек был. С кем бы меня судьба не сводила, там из режиссеров, я благодарен за эти встречи. Но я знаю, что высший судья он. Способность театра вызвать в вас чувства и через это чувство пробудить в вас новый, какой-то новый уровень отношения к жизни, вот эта способность театра самая сильная. Я не была свидетелем, как работал Владимир Ленин, но по рассказам он делал все быстро. Думаю, что еще быстрее работал Карагоцкий. Как он успел одновременно делать замечания, смотреть? Он стоял примерно вот в этом месте у парада, стоял внутри на ступеньках. Я вглядывался, смотрел, думал в это время о том, что не то. Рядом стоял второй режиссер или помощник. Тут же было замечание, чтобы он несся, там поправлял за кулисами. Но иногда он делал замечания на премьере прямо отсюда. У него был какой-то микрофончик, который через динамики выводил звук нам на сцену. Вот мы играем мы «Радугу зимой». Поднимается лошадь под сцены. Я стою с этой лошадью, она была говорящая лошадь, я с ней разговариваю. И вдруг я слышу шепот Карагоцкого громкий, мне в уши. «Ольга, не спеши! Дай лошади подняться и помолчи!» Я чувствую, что я схожу с ума. На сцене я и лошадь, Карагоцкого нет. Где он? Во второе слышу. «Хорошо, молодец! Получи удовольствие от лошади!» Это же удивительная лошадь, она же говорящая лошадь. Пошли, я с ней очень часто разговариваю. Лошадь, здравствуйте! Здравствуй, Анна-Мария, добрый вечер. В начале 60-х главный режиссер ленинградского «Тюза» Зиновий Карагоцкий произвел маленькую театральную революцию. Заставил взрослых ходить в детский театр. Весь город как будто впал в детство. Неважно, на сцене говорящая лошадь или героический лейтенант Шмидт, конек-горбунок или Борис Годунов, всегда в зале взрослых не меньше, чем детей, и всегда аншлаг. Настоящий прорыв. Карагоцкий заставил актеров играть на аудиторию в возрасте от 7 лет до 70. Эта революционная концепция принесла ленинградскому «Тюзу» невероятный успех. Корней Чуковский. Муха-цокотуха. Муха-муха-цокотуха, позолоченная брюха, муха-попа не прошла, муха-денежку нашла. Пошла муха на базар, и любила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаю хочу. Тараканы, прибегали сюда. Каждым спектаклем, и веселым, и серьезным, «Тюз» формирует нравственный облик юного гражданина страны, того, от которого зависит завтрашний мир. Зиновий Карагоцкий возглавил ленинградский «Тюз», когда ему было всего 36 лет. Его карьера развивалась стремительно. В 28 он уже был главным режиссером Калининградского драмтеатра. В то время это был самый молодой главный режиссер в Советском Союзе. Вначале же был легендарный ЛГИТВИК – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вот в этот строгий, взыскательный Ленинградский театральный институт в 46-м году 20-летним мальчишкой из глубинки Сибири приезжает Зиновий Карагоцкий. Он резко отличается от всех, кто был в наборе к профессору Зону.
Это были блистательные, интеллигентные студенты. Дворянин Владимиров, Белинский. И абсолютный, как сейчас бы сказали, лох, нечесанный, тощий Карагоцкий. Я пришла в театральный институт, даже страшно произносить, в 47-м году. На курс Бориса Вольфовича Зона. И уже на вступительных экзаменах мы увидели 6 молодых людей. Но поскольку они были постарше нас, нам было по 18, а им было по 21, то мне они казались очень серьезными взрослыми людьми. Особенно из них выделялся Яма Карагоцкий. Он был такой неистовый, так ему до всего было что. Из Лгитмика путь Карагоцкого лежал в Калугу. 4 года работы вторым режиссером в провинциальном театре. Потом будет Калининград. И, наконец, в 1959 году в жизни Карагоцкого происходит судьбоносная встреча с главным режиссером ленинградского БДТ Георгием Товстоноговым. Они познакомились случайно в Ялте на пляже летом во время отпуска. Эта встреча предопределит всю дальнейшую жизнь Карагоцкого. В Калининград он не вернется. Ближайшие 3 года Карагоцкий проведет в БДТ у Товстоногова вторым режиссером, фактически в подмастерьях. Следующим театром для него станет уже ТЮЗ. Говорят, что Товстоногов не оставил учеников. Ну как же? У него был режиссером-стажером Владимиров, который получил театр. Был режиссером-стажером Яма Карагоцкий, он получил театр. Как не давая им самостоятельности, он в какой-то момент, понимая, что человек что-то уже может, он, пользуясь своим авторитетом, устраивал его в качестве главных режиссеров в другие театры. Это вроде служило основанием считать, что он, как бы сказать, раздает посты. Вы можете представить, какой интерес вызывал у нас главный режиссер театра Георгий Товстоногов? Мы старались не пропускать ни одной репетиции. Борис Ильич. Но не может быть, чтобы Тёма, которого вы так хорошо знаете, чтобы в нем проснулся такой дикарь, понимаете? Вот это не может быть. Вы не узнаете своего сына, это тоже тема целая, понимаете? Как родители видят с одной стороны, понимаете, свое чадо, и вдруг он обнаруживается с другой, совершенно непонятной. Вот, понимаете, это должно здесь быть, Борис Ильич, понимаете? А не просто это не может быть. Может быть. Авторитет Товстоногова в Ленинграде непререкаем. Назначение Карагоцкого в ТЮЗ состоялось вопреки всему. Его не хотел театр, его не хотело городское начальство. Он был в этом городе чужак для всех, кроме Товстоногова, который настоял, и назначение состоялось. В 62-м году здесь, в здании на Маховой, в ТЮЗе, появляется главный режиссер Зиновьевич Карагоцкий. Молодой, горячий и достаточно злой. Он попадает в театр довольно с устоявшимися традициями, со странным репертуаром, где даже травести, актрисы, играющие роли мальчиков, были лет под 50, под 60, играли незамечательно. Но неважно. Он отсматривает весь репертуар, собирает всю труппу и начинает делать замечания. Делает он в такой резкой форме, что одни смеются, я, например, очень смеялась, кто-то впадает в бешенство, потому что летят головы народных артистов и простых, а кто-то возносится наоборот. Но в такой форме были замечания. Там у нас был хор в садах лицея. И он сказал, что это за хор жен офицеров погранзаставы. Это так выглядело. Мне он сказал, вот артистка Волкова играет по девизам «Обратите внимание, я не без способностей». Юные ленинградцы получили новый театр юного зрителя. И трудно сказать, как правильнее называть его. Театр или дворец? Через несколько месяцев после своего назначения в ТЮЗ Карагоцкий вместе с театром переезжает в новое, специально построенное для театра здание на Пионерской площади. 62-й год. Закат оттепели. В культурной жизни страны тон задает поколение, которое впоследствии назовут шестидесятниками. Для Карагоцкого это символическая точка начала.
он прекрасно чувствует это время и хочет сделать по-настоящему актуальный театр. Тщательно отбирает литературный материал для первой постановки и останавливается на повести входящего в моду Василия Аксенова. Коллеги, поставленные Карагодским, производят настоящий фурор. Я коренной ленинградец. В нашей квартире в столовой на стене висят старинные дагерротипы. Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета. Это известный путешественник. А этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что немного горжусь ими. Ничего, ничего. А потом у нас в семье пошли все врачи. И мой папа врач. И мама тоже. И я, что называется, врач без пяти минут. Я не только люблю медицину, но я считаю профессию врача самой важной на свете. Избирая для первой самостоятельной постановки в ТЮЗе откровенно недетскую пьесу, Карагодский идет на провокацию. Страна живет под лозунгом «Все лучшее детям». Официальное советское искусство создает для детей мир, где всегда светит солнце, звучит пионерский горн и нет большей горести, чем плохая оценка в школе. Это та система координат, в которой должен существовать детский театр. Карагодский ее разрушает. Карагодский вот не любил старый ТЮЗ, вот то, что называется тюзятиной. Он стремился сделать его нормальным театром. Он всегда говорил, если будет интересно взрослым, всегда будет интересно детям. Самый идеальный зал – это смешанный зал. И стали выпускать абонементы, где родители приходили вместе с детьми. Это, ну, это действительно так, это идеально, это... Тишина, а потом возможность общения ребенка со своими родителями. Без текста внутреннего делаете, поэтому у вас получаются позы, а не действия. Внутренний текст нужен. Так, текст, текст, внутренний текст. Не прекращайте внутренний текст. Вот уже близко. Цель. Вы заметили, наверное, что она вела себя верно, но в какой-то степени приплюсовывала или прибавляла страх. У нее на репетициях сидели все, нужен, не нужен в этой сцене. Все сидят, пропитываются замыслом. Потому что так смотришь на эту сцену, и хочешь, не хочешь, волей-неволей, а начинаешь соображать свое место в общем спектакле. И вообще про что, что называется, ставить спектакль. Новая революционная концепция детского театра, предложенная Карагодским, требует от актеров ТЮЗа забыть все то, что они знали, и учиться заново. Режиссер ломает труппу под себя, ломает жестоко, с каким-то садистским удовольствием. Трудоголик по природе, он доводит бесконечной муштрой актеров до полного изнеможения, но добивается результата. Он привил расхлябанному и, в общем, не строгому по профессии драматическому театру, он прививал и привил жесткость и муштру и тренинг театра балетного. Или у него актеры учились, как учатся классические музыканты, по 10 часов на скрипке занимаясь. Или как в цирке акробаты. Именно Зиновий Яковлевич заставил меня впервые задуматься о том, о чем мне не приходилось задуматься в силу моего либо легкомыслия или отсутствия просто хорошей школы. Это о том, что роль для художника, для актера – это не просто возможность блеснуть дарованием или ярко раскрыться в новом амплуа или в новом качестве, а это обязанность актера как гражданина высказать свою позицию. Вот здесь он начинает совершенно новаторскую идею прорабатывать, работать со зрителем. Обсуждение происходит непосредственно после окончания спектакля. Мы сидим в зале, в костюмах, не разгримировавшись, зрители начинают обсуждать качество спектакля, тему спектакля, героя. Карагодский занимает не только комплементарный уровень, позицию, что вы молодцы, что вы умеете думать. Был случай, когда вышла девочка маленькая, какой-то красной пуговицей на это,
И дети еще говорили: мы в восторге, спасибо за счастье, за подаренное новое здание. Она сказала: а чему вы радуетесь? Что счастье для вас? Это то, что мы живем во времена стронция 90, когда люди гибнут от войны, от голода на других континентах. В зале стали хохотать. Карагоцкий поднял руку и сказал: стоп, а вы чему смеетесь? Эта девочка говорит о том, что у нее болит. За несколько лет Карагоцкий делает ТЮЗ театром, определяющим наряду с БДТ театральный ландшафт Ленинграда. У него чутье на талант. Приходят режиссеры Додин и Фельштинский. Среди авторов Булат Акуджава, Михаил Рощин, Яков Гурдин. У ТЮЗа лучшие художники, лучшие композиторы и лучшая труппа. На ведущие позиции в театре постепенно выходят собственные ученики Карагоцкого. Не того я из пистолета срезала! А где Чапаев? Где Чапаев? Вопросики задаете? А может, вам, ваше благородие, господин графенок, планы его рассказать? Значит, стратегия, вашу белую силу бить. Какой я тебе графенок? Князенок, что ли? Ну, просто я Витькой меня зовут. Ишь, заливает, паразит, выкручивается. Ты мой революционный взор не обманешь. Я тебя контр насквозь просматриваю. И чую. Он выращивал актеров, там Юра Тараторкин, сейчас один из, значит, корифеев, тогда был его юный ученик и быстро выдвинулся на первые роли, там Тоня Шуранова и так далее. Не буду перечислять, чтобы не обидеть просто людей, потому что было много замечательных актеров, там Ира Соколова обязательно, конечно. Потом там вернулся Саша Хачинский, который служил в армии. Могу, так сказать, загибать пальцы. Карагоцкий сумел вот к концу 60-х собрать очень крепкую и на него ориентированную труппу. У него было две любви. У него была любовь к театру и любовь к воспитанию, к педагогике, к обучению. И вот эти две любви слились воедино. Он меня пропускал с тура на тур, практически не давая ничего читать, а, наверное, понимая, что, ну, что мучить-то парня? Уметь я ничего не умел. Но почему-то вот ему показалось, ну, поэтому я-то его считаю просто гением педагогики. И вот он мне сказал, что когда он прочитал, произнес мою фамилию, то педагоги, которые потом вели наш курс, они на полном серьезе и с недоумением его спросили: Зиновий Акч, а это вам зачем? В тот кровавый день на Очакове сама справедливость спасла твою молодую жизнь. Справедливость спасла и меня, чтобы я мог, умирая, сказать русским людям, за что умираю, понимаешь? Я счастлив, что ты твердо не падаешь духом. Проникни с теми идеалами и стремлениями, которыми жил я. В каждом человеке, если он искренне хочет свободы для России, ты должен видеть своего друга. Зиновий Яковлевич, как педагог, удивительно последовательный человек. Он требователен, он принципиален, он, ну, если хотите, жесток, но это принцип, это те требования, по которым он живет сам. Актеры театра Карагоцкого вырастают в настоящих звезд всесоюзного масштаба. Их охотно снимают в кино. Антонину Шуранову Бондарчук приглашает в «Войну и мир». Пожалуйста, Андре, для меня. Юрий Каморный появляется в ЗОСе. Как за меня матушка все просила Бога. Все поклоны мне. Все а сыночку выгнала. Ой, да, я дорога. Александра Хачинского страна узнала после фильма «Бумбараш», а Георгия Тараторкина после блистательного исполнения роли Раскольникова в «Преступлении и наказании».
Вот раньше здесь не было литературной части с объявлениями. Просто висел список густой всех новинок. Историков, социологов, психологов, просто новых авторов, которые, извиняюсь, уже успел прочесть, мы были не в курсе. Мы обязаны были это все читать, чтобы не устраивать клуб тети Сони, как называл злобный Зинаевич, место под расписанием. Он убрал все банкетки, чтобы мы не сидели и не точили лясы. Мы должны были только прочесть свою занятость в расписании и дальше идти работать. Особенно страшные были набеги в гримерные. Он врывался внезапно, одетым, не одетым. Мы начали кричать. Он говорит, я не смотрю на вас. Почему воняют? Почему валяются костюмы? Самый страшный набег был в мужские гримерные, где пахло, могло пахнуть алкоголем. Если он это замечал. Ну, после спектакля или какие-то праздники. Был дикий крик, типа там, Тодоров, вы мастером стали, какие победы празднуете? С Хачинским мы пришли в театр, начали работать в театре. Нам исполнилось только 20 лет. Мы только что закончили нашу студию. И, конечно же, мы были шалобаистые, тем более, что у нас как бы послевоенное воспитание было. Вот. И, с одной стороны, вот я говорю, что его как бы такой пристальный взгляд вообще на все в тебе, на твои актерские способности, на то, как ты растешь как актер, как ты ведешь себя в жизни, как ты живешь в семье в своей родной. Для него это было все очень важно и все очень ценно. И он старался про все это знать. Вот его, насколько я понимаю, жесткие тезисы. Первое, театр, особенно для того, кто с ним связан, важнее, чем жизнь. Этот тезис очень спорный, но это его тезис. Актер должен быть рабом театра, слугой режиссера, но в то же время должен быть развитым, умным, продвинутым во всех сферах. Вместе с режиссерами Додиным и Фельштинским Карагодский ставит цикл спектаклей, которые прославили ТЮЗ далеко за пределами Ленинграда. Это «Наш цирк», «Наш Чуковский», «Наш только наш» и «Открытый урок». Карагодский впервые в истории театра широко применил этюдный метод работы с актерами. Спектакль рождался по ходу репетиций. Режиссер работал как педагог, провоцируя актеров на самостоятельные этюды, которые соединял в единое целое. Успех невероятный. Такой раскрепощенности актеров на сцене советский зритель не видел никогда. Новые возможности театра. И театра авторского, театра свободного от драматургии, чистого театра, театра как такового. Огромная энергия, конечно, была сконцентрирована и в нем, и в той компании, которая вот вокруг него крутилась. Но достаточно сказать, что наш цирк, вот курс, на котором я начал преподавать в 1967 году, и который послужил как бы основой этого спектакля, мы сыграли его на большой сцене. Значит, в сентябре мы начали это обучение этого курса, а в январе месяце мы сыграли на большой сцене этот спектакль. Мне кажется, это беспрецедентный случай. Зиновий Яковлевич очень удачно использовал такой вот этот полукруг сцены ТЮЗа, который похож на цирковую арену. Сцена похожа на цирковую арену. Вот это, что касается стиля спектакля. А остальное было игрой, было такой замечательной, легкой игрой, свойственной детям. С гитарой по степи! Артисты чилийского цирка! Четыре хобби! Четыре! Когда
когда ко мне приезжали какие-нибудь иностранные гости, я всегда их водил в ЧУС, потому что, во-первых, это абсолютно уникальное зрелище. Ни в одной стране вот такого не было. И, кроме того, там были спектакли, вот самая замечательная эта серия «Наш, только наш», «Наш мюзик-холл», «Наш Чуковский» и так далее, где можно было все понять, не зная языка. С самого своего появления в ТЮЗе Карагоцкий в немилости у городского начальства. Спасает покровительство Товстоногова, человека, решавшего все в театральной жизни Ленинграда. Каждый новый спектакль дается с боем. Чиновники из Управления культуры Смольного не верят Карагоцкому. Это какой-то ехидный либеральный интеллигент, к тому же чертовски хитрый. Вот те дубовые чиновники, они тоже все-таки в основном чуть-чуть попадали под обаяние мастера. Ведь, понимаете, если художнику с властью выпить, это как бы манипуляция, чтобы чего-то добиться, то власти в основном выпить с известным художником – это почетно, это льстит самолюбию. И Карагоцкий умело этим пользовался. Некоторых чиновников он обаял, но там, где ему казалось, от него требуют того, что он не желает делать как художник, он мог быть и резким, и, в общем, характер у него таков был, что он мог и обидеть, и как следует. Не надо считать там, значит, деятелей обкома идиотами. Они все прекрасно, прекрасно понимали. У меня у самого был замечательный такой инцидент, очень красноречивый, вот спектакль, который поставили к юбилею Октябрьской революции. Он назывался «Вашу голову, император». Трагикомедия с жандармским фарсом. Начальник управления культуры, значит, он меня отвел в сторону и сказал: «Яков Аркадьевич, ну, как бы не смотреть на это, но корпус жандармов был серьезным учреждением. А вы устроили какой-то балаган». Сегодня праздник не только у актеров ТЮЗа, но и у сотен тысяч зрителей разных поколений. ТЮЗ – лучший в стране детский театр, но положение самого Карагоцкого двусмысленно. Признанный мастер, он всегда в полуопале. Очередной юбилей ТЮЗа. Театру вручают орден. Камеры выхватывают лица актеров, городского начальства, звучат поздравления. Но где Карагоцкий, народный артист республики и руководитель театра? Один среди многих. На сцене, в толпе. Ему не дают слова. Не показывают крупным планом. В официальной кинохронике он статист. Власть четко расставляет акценты. 60-е и 70-е годы. Годы взрыва духовной жизни, где мы утоляли свой голод, читая книги, которые мы раньше не могли прочесть, видя кино, которое мы раньше не видели. Мы вышли из застоя, мы хватали ртом озон. И в числе прочих наших потрясений, открытий, это был театр. Ленинград – город театральный. Хотите – верьте, хотите – нет. Говорят, по вечерам население нашего города делится на две неравные части – на тех, кто сумел достать билеты в театр, и тех, кто сделать этого не смог. Вторая часть, конечно, завидует первой и стремится приобрести билеты заранее, за несколько дней, за неделю, а иногда и за месяц. Люди ехали из Москвы смотреть спектакль в Питер, из Питера на репетиции к Эфросу в Москву. Жгли костры вдоль Фонтанки, чтобы попасть в БДТ. Огромные очереди в ТЮЗ. Взрослые с ужасом говорили, что здесь делают дети, чтобы было не попасть в театр. Они хотели смотреть то же самое. И был захлеб. Но уже конец 70-х годов я получаю предложение от издательства «Искусство Москвы» написать книгу, подвести итог своей работы в театре, где я писала, уже будучи актрисой театра комедии, который возглавлял Голиков Вадим Сергеевич, вернее, уже когда ушла. А ушла я, потому что его сняли безобразным образом. Так вот, редактор, посмотрев мои черновики, сказал: пожалуйста,
Две фигуры у вас одиозные, их не трогайте. Это Голиков и Карагодский. Дело в том, что Карагодский изначально был одним из крупнейших диссидентов этого города. Все, что он делал с момента своего прихода, он, при этом как бы его диссидентство, оно не было намеренным, оно не было вызывающим, оно не было как бы политически направленным. Это была, так сказать, внутренняя убежденность в том, что говорить надо по-честному. Что с вами, государь? Как ты смеешь садиться? Встань! Встань, тебе сказано! Руки у него связаны! Накрепко, ваше величество! Я очень устал, дожидаясь аудиенции. Знаешь, что тебя ждет? Смерть, уж я позабочусь! Небось, надеялся меня на колени поставить. Каково теперь? Народ просто валом. Все визжат о его спектаклях, а он ходит гоголем. А он еще любил какие-то пиджачки-рубашечки, кокетлив был, одевался как бы отнюдь не в черный костюм и синий галстук. Я думаю, что у кого-то это вызывало чувство грандиозного уважения, а у кого-то и отторжение. К началу 80-х отношения Карагодского с партийным руководством города испорчены окончательно. Со скандалом закрывают антивоенный спектакль по пьесе Акуджавы «Будь здоров, школяр». Не допускают к постановке специально написанную для Тюза пьесу Михаила Рощина «Галоши счастья». У Карагодского возникают конфликты внутри театра, который медленно, но верно входит в полосу кризиса. Театр стал заваливаться. Он стал портиться, и спектакли были все хуже, и все мертвее. И он пытался войти в ту же реку несколько раз, и был спектакль «Здравствуйте, здравствуйте», который воспроизводил в тех же формах какие-то все эти студенческие, на каждом новом курсе, все эти капустники, все это пение под гитару, вся эта тугая плоть юности и такая молодая моторность, которая просто переливалась со сцены в зал, благо там и рампы не было, и так нас всех захватывало. Но она захватывала все меньше и меньше, все равно этот генератор молодой энергии, он стал давать сбои. Что-то не получалось. Все неприятности и конфликты, связанные у Зиновича с труппой, с городом, с обкомом партии, с управлением культуры, были продиктованы его очень тяжелым характером, действительно. Он был очень нетерпим, очень резок в замечаниях, что в труппе, что на педсоветах, что на заседаниях управления культуры. Он резко высказывался, он ссорился с директорами, которые не могли попасть в ритм его жизни или были достаточно костные. Это все накапливалось, как снежный ком. Отрицательное поле было настолько сильно заряжено, что выжить в нем практически было невозможно. Это должно было кончиться неизбежно чем-то очень-очень неблагополучным. В середине 80-х в Тюзе складывается невыносимая обстановка. Карагодский пытается переломить ситуацию, найти новую точку опоры. Ставит спектакли откровенно на потребу публики, что раньше ему было совершенно не свойственно. Десятками вводит в труппу новых актеров, чтобы выгнать на следующий год. Ничего не получается. Театр медленно умирает. Именно в это время произошел конфликт у него с Товстоноговым. И Георгий Александрович, который был всевластен в этом городе, как известно, он начал создавать в общем, определенную атмосферу вокруг театра, Тюза я имею в виду, в которой существовать было очень сложно. И было понятно, что, в общем, дело клонится к тому, что Зиновия Яковлевича пытаются убрать. Так вот, что происходит в 84 году. Ведя лабораторию режиссеров народных театров, Зиновий Яковлевич обсуждает вопрос темы. Тема метода действенного анализа. Кто-то из режиссеров спрашивает, владеет ли ею Товстоногов. Зиновьевич, задумавшись, говорит, пожалуй, нет. Там другая методика, тоже очень сильная, но другая. Эта стенограмма попадает в этот же день в руки Георгия Александровича, приправленная какими-то очень странными словами, которые Георгий Александрович счел оскорбительными.
Он был оскорблен до такой степени, что назвал Зиновича предателем, сказал, что он руку не подаваем, и что он никогда в жизни ему не простит. В стенограмме, попавшей к Товстоногову, содержалась реплика Карагодского, что БДТ – мертвый театр, невероятно задевшая мэтра. Ну и якобы Георгий Александрович сказал, что я его, значит, породил, я его посадил на это место, я это и прекращу. Высказался в этом духе. А, понимаете, какая штука? Я не думаю, что... То есть, ну, когда планировалась эта операция омерзительная с Карагодским, я не думаю, что каким-то образом Товстоногов был в курсе, тем более, что его спрашивали... Как только стало известно о конфликте Товстоногова с Карагодским, ТЮЗ подвергся массированной атаке. Руководящие органы стали буквально перекрывать кислород театру. От Карагодского требуют немыслимых компромиссов, на которые он вынужден идти. Ставятся махрово-советские пьесы ужасающего качества. Все-таки уважали тех, кто сопротивлялся. Это вечное свойство всех гонителей. Они все-таки уважают тех, кто сопротивляется. И глубоко презирают. Они могут давать звания, там еще что-то, всякие льготы. Но в общем, глубоко презирают тех, кто стелется. Понимаете? Поэтому какому-то моменту вырабатывалось, как бы сказать, они как-то понимают, что ну, с этим надо поосторожнее. Я думаю, что в какой-то мере Зиновий Яковлевич, я прошу прощения, но если уж говорить так честно, в какой-то мере все-таки иногда чуть больше уступал, чем надо, мне кажется. Знаете? Случайно вот появление этой жуткой директрисы Людмилы Федоровны Вальчук, такой генеральской жены, которая вызывала меня, уже когда я была завлитом там, давала мне передовицу из «Центральной правды» и говорила, что я должна найти драматурга, который напишет пьесу по передовице «Центральной правды». У нее сразу начались конфликты с Карагодским. Эти конфликты дошли до того, что он таки лег в больницу с каким-то нервным истощением. Он действительно от перенапряжения просто не спал. Он лег подлечиться и сказал, что он не вернется в ТЮЗ, пока она там. И она ушла. Она вынуждена была уйти, но это апокриф. У нас нет диктофонной записи, но якобы уходя, она сказала, хорошо, я ухожу, но и его не будет. «27 апреля 1986 года Карагодский не выходит на работу. В его кабинете обыск. Главному режиссеру ТЮЗа предъявлено обвинение по 121 статье «Мужеложество». Испытанный способ расправы властей со своими противниками. Накануне проведена милицейская операция, откровенно напоминающая инсценировку. Расправа состоялась». Двери ленинградского ТЮЗа закрылись за Карагодским навсегда. Я думаю, что он не ощутил этого приближения опасности. Он знал, что его не любят, но, повторяю, думаю, что он был уверен до конца. Он был человек самоуверенный и, так сказать, знающий себе цену. И был уверен, что все-таки... тронуть его не решаться. То, что ему было предъявлено, это просто было безумие, потому что ему пытались предъявить не просто гомосексуальный контакт, который в те наши замечательные советские годы осуждался статьей до 5 лет, акт мужеложества, а насильственный акт мужеложества по отношению к рабочему сцены со стороны пожилого человека, по отношению к молодому, который выше его на пол головы и телосложением гораздо крепче, но это просто, можно сказать, ну как бы да. Безусловно, Каштанка смогла изнасиловать леопарда. Ну это нелепость. В истории расправы с Карагодским поразительно само время.
На дворе перестройка. В стране начинаются демократические преобразования. Слова, произносимые с высоких трибун руководителями государства, кардинально расходятся с тем, что происходит у всех на виду. В Ленинграде, в одном из самых популярных театров страны, расправа власти с неугодным художником в лучших советских традициях. Кто-то обратился ко мне с таким вопросом, не поддержу ли я тех, кто обращается в защиту Караготского, которого начинают травить в Ленинграде, тогда еще город носил это название. И я, безусловно, поддержал это и считал, что это просто мой долг. Я знаю, что семья Михалковых подписалась. Я знаю об Ахмадулине, знаю о всех известных режиссерах и московских, и питерских. Потом был суд, и 3 года условно, с лишением чинов и званий. Вот, что, конечно, ох, видели бы вы его после этого. Человек, который за десятилетия привык повелевать, это был абсолютный трагефарс. Вот Шекспир про это умел писать. Вот Король Лир, возможно, про это. После суда Караготский проживет еще долгую жизнь. Будет много работать. Дождется падения советского режима, восстановления звания народного артиста, но второго Тюза ему создать так и не удастся. Последние 18 лет его жизни – долгое послесловие к блестящим 25 годам во главе лучшего детского театра страны. Я помню, как на 75-летнем юбилее в Петербурге ученики Караготского делали упражнения. Я поймал себя на мысли, что мне хочется туда, на сцену, к этим ученикам, что это очень светло, наивно, чисто и бесконечно привлекательно. Вообще стал очень красивым перед смертью. Я пришел, его долго не видел, такой пророк. То есть вот когда болезнь его иссушила, все вытащила, из него осталась только сущность, да, все-таки, наверное, остается перед смертью, то вдруг вот стало видно, что его сущность действительно была очень богатой. Вот какой-то там был такой какой-то пророк, вот такой прямо библейский. Замечательная книжка Зиновьевича называется «Начало». От этого все зависит. Я знаю, что вот мне и всем, кто учился у Зиновьевича, нам очень... У нас было начало. И многое потом в жизни вообще и в творческой судьбе в том числе, естественно, многое зависит от того, насколько ты сможешь сохранить верность этому началу. Все великое начинается вот с этой благословенной тишины. Потом уже можно, что называется, разгуляться. Но научиться вот сосредотачиваться, научиться уважать тишину. Главное, чтобы вы сделали ту внутреннюю работу, которая вас в чем-то делает сильнее, тоньше, богаче. В 86 году двери Тюза закрылись за Караготским. Больше он никогда в этот театр не войдет. Но театр Караготского остался жив. В воспоминаниях зрителей, в 16 поколениях учеников его, воспитанных им, и, наконец, в нас, в актерах. Мы помним его школу, помним его и несем это в себе. И только я, очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез, я ведь брошу родную обитель и коня седлаю всерьез. И поеду скакать и бороться против темных таинственных сил, ибо есть на земле благородство, я в себе его вдруг ощутил.